Привет, мои любимые. По многочисленным просьбам я делаю антипик на снайпера. Довольно часто пикают этого героя, особенно на турнирах это стала новая мода, то есть стали чаще гораздо, чем раньше. Ему собирают в основном фризы, маднес и скади. Это я имею в виду самые популярные сборки. Давайте посмотрим, как можно законтрить этого героя. Ну, само собой, законтрить можно всех. И снайперу это сделать довольно легко. Когда писали в комментариях, да, я читал про контр-снайпера, многие забывали про самого главного антигероя. Это Пуч. Естественно, самый лучший антигерой снайпера. Где там ты наш Пуджик? Вот он, это Пуч. Который просто может из-за кустов вытягивать снайпера и практически соло его убивать. Ну не практически, а вначале он будет спокойно его соло убивать. С помощью хука, Бонни и нашего ультимейта. То есть Пуш это самый лучший антигерой. Также Пуш может и на миду убивать снайпера. Все, идем дальше. Спасибо тебе, Пуш, ты сделал свое дело. Далее, у нас идут Шторм или Квапа. То есть герои, которые могут влетать и сразу же улетать. Врываться и убегать. То же самое и блинкеры типа Магина. Они все сюда относятся. Но здесь лучше всего Шторм, потому что он может именно выводить из строя снайпера своим вторым скиллом. То есть влетаем, делаем второй скилл, в это время бьем с руки и все. Ну вы видите, снайпер просто гарантированно умирает. Без вариантов. Само собой, снайпер может собрать БКБ. Здесь тоже все просто. Влетаем, снайпер врубает БКБ. Мы можем или побить его, улететь, или просто сразу улететь. У него закончился БКБ, мы возвращаемся. То есть, огромный плюс Шторма, что он нереально мобильный. И он может так достать снайпера, что тот просто ливанет. Далее у нас идут Леон или Лина. То есть, герои, у которых очень сильный ультимейт. Опять же, здесь само собой надо, чтобы у снайпера было мало хп. То есть, если снайпер собрал скайди, здесь будет немного посложнее. Но все равно, огромный толк будет от Леона и Лины. То есть, у них есть станы, когда будет мало хп у снайпера или половина, они уже будут забирать с ультимейта. То есть, их преимущество, да, в первую очередь в их ультимейте, который наносит огромный урон. То делаем прокаст и с ультимейта мы убираем. Все, мы убрали его. Теперь его здесь нету, понимаете? Здесь пустое место. Снайпера здесь больше нету. Появляйся на свет. Вы видите, насколько убойная тактика. Само собой, опять же, снайпер может там собрать БКБ. Это все понятно, да. Но мы можем переждать БКБ. Тем более, потом с каждым использованием БКБ у него будет уменьшаться время действия. Это нам на руку. И опять же, герои, которые могут моментально приближаться к снайперу. Тоже один из лучших героев, это Фантом Ассасин. Великолепный герой, который, например, кидает даггер, прыгает и убивает скрита. Ну, у нас крита, естественно, не будет никогда. Давайте ему все-таки сделаем хоть один крит. Вот он, критуля пошел. Здесь тоже без вариантов. Тем более, если как по новой моде... Снайпер собирает маднес. Это нам на руку. Это как и фантомки на руку, так и, например, и Леону с Линой, да, который будет ультовать в маднес. В результате у них будет усилена ульта. И снайпер, знаете, такие кусочки мяса такие. Все, я вам показал 4 героя. Само собой, это не все герои, которые контрят снайпер, но это основные герои. Пишите в комментарии, по вашему мнению, каким героем можно законтрить снайпера. И на какого героя сделать антипик. Я покажу, как законтрить героя в следующем выпуске. Пишите его имя. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.